Салаєв, студія «День» на 7-му телеканалі. Ми продовжуємо роботу в прямому ефірі. Для вас сьогодні, нагадую, працюю я, Ірина Стрябко, та вся команда 7-го телеканалу. Талібан, що захопила владу в Афганістані, 7 вересня оголосило склад свого уряду. Угрупування прагне встановити своє правління після падіння уряду Афганістану, підтримуваного ООН у середині серпня. На цю тему ми поспілкуємось з політологом Михайлом Кацем, який вже з нами на зв'язку і готовий з нами вже поспілкуватися. Пане Михайло, вітаємо вас. Здравствуйте, здравствуйте, седьмой, здравствуйте, уважаемые зрители. Дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Тож дивіться, оголошений список імен складається виключно з осіб, які є членами Талібану, та там зовсім немає жінок. Тож хочу спитати, як ви відноситесь до новий уряд талібанів? Що ви про це знаєте і яка ваша думка з цього приводу? Спасибо вам за вопрос. Ну, конечно, говорить и предсказывать, какая будет политика нынешнего правительства, которое сформировано в Афганистане, пока рано. Мы бы действительно пока знаем, что его сформировали исключительно талибы. Напомню, что в ряде стран талибская группировка признается по-прежнему террористической, и до сих пор не было принято решение Совбез ООН о рекомендации странам отменить решение по признанию талибской группировки нетеррористической, так что пока ее можно считать террористической. В любом случае, талибы взяли власть в Афганистане. На сегодняшний день вопрос можно поставить в следующем разрезе. Да? Первое, насколько талибы сами по себе будут договороспособны, насколько они сделали уроки из тех 6 лет правления, пока они находились у власти в Афганистане до 2001 года, до вхождения Соединенных Штатов Америки. И второй вопрос, могут ли талибы удержаться на фоне эскалации конфликта, на фоне борьбы разных идеологических течений, в том числе и достаточно радикальных, и не станет ли Афганистан местом, где будет цвести и пахнуть международный терроризм. И уже стало известно, что вполне возможно Соединенные Штаты Америки не исключают для себя возможность вернуться в Афганистан. Об этом было заявлено сенаторами-республиканцами в случае, если ситуация в Афганистане выйдет из-под контроля и будет угрожать безопасности Соединенных Штатов Америки. В общем, в ближайшие месяцы они очень много покажут, в том числе и саму стабильность правительства талибов. Ну, кроме того, один дополнительный фактор, еще можно вывести, о котором мы говорили, это потенциальная угроза движения талибов для Таджикистана, Узбекистана, то есть, ну, прежде всего, конечно, Таджикистана, то есть страны, в которой достаточно серьезный авторитарный, можно даже сказать, диктаторский режим. И понятно, что несмотря на полное высечение любых, скажем, исламских идей из Таджикистана, которая происходила последние годы, да, там сознательно шла политика, начиная с 90-х годов, на создание такого жесткого режима, а не идеологизированного. Понятно, что в конкуренции с достаточно активной молодой идеологией движения талибов правительство Таджикистана конкурировать не сможет. Есть вполне реальная угроза проникновения собственной идеи, идеологии талибов в Таджикистан. То есть мы будем смотреть, насколько, собственно, вот эта угроза, она будет реализована. В любом случае, этот регион, он будет по-прежнему нестабильный, просто потому что он еще не дозрел до того, чтобы быть стабильным. Хотя надо отметить, что те люди, которые сейчас вошли в правительство талибов, они долгое время выполняли ряд дипломатических функции, в том числе в правительстве изгнания, и они же коммуницировали с западными партнерами, да, и вели переговоры, собственно, по будущему Афганистана. То есть, в принципе, можем говорить о том, что силовое крыло талибов сочетается с дипломатическим крылом, но опять же угроза радикального ислама и угроза радикальных исламских группировок
она сейчас существует, и она, конечно, может поколебать тот же даже умеренный режим талибов. Дивіться, кажуть, що в Афганістані застрелили двох людей під час мітингу проти талібів, і восьмеро було поранено. Також кажуть в новинах, що застрелили вагітну жінку, яка працювала поліцейським. Як на це реагує світова спільнота? Тобто вбивство робиться на очах у всього світу, і що з цим можна зробити, поки що ніхто нічого не розуміє. Що ви думаєте з цього приводу? Знаете, вот вы, как опытный журналист, прекрасно понимаете, что новость она живет в течение нескольких дней. В начале июня мы с вами обсуждали воздушное пиратство Александра Григорьевича Лукашенко, самопровозглашенного президента Беларуси, который выкрал Романа Протасевича с рейса, следовавшего из Афин в Вильнюс. Ну, поговорили на эту тему в течение там нескольких недель, ну, месяца. Сейчас вообще об этом никто не вспоминает, ни западная пресса, ни украинская. Точно так же будет с теми жертвами, к сожалению, которые сейчас мы можем, про которые мы можем сейчас читать в Афганистане. А понятно, что сейчас, учитывая, ну, всю сложность конфликта, каждая жертва, она на слуху, но пройдет еще немножко времени, и высокая политика, она, к сожалению, займет место обычным человеческим чувствам потери близких, и, конечно, такие личные трагедии, про которые мы сейчас читаем, отойдут на второй план, а на первый план вступит жесткий политический расчет, как всегда бывает в мировой политике. Дивіться, там Талібан також каже, що шукає дипломатичні відносини та фінансову підтримку від Німеччини. Нібито вони кажуть, ми прощаємо Німеччині за те, що колись вона підтримувала Америку. Як ви вважаєте, чи все ж таки відношення між Німеччиною і талібами буде, вони знайдуть якусь там точку соприкосновення, чи все ж таки Німеччина не допоможе талібам? Я думаю, что будет консолидированная позиция западных государств по вопросу признания или непризнания талибского правительства. Много будет зависеть от риторики талибов, как они будут себя сейчас вести после того, как все их соперники они побеждены. И, естественно, первые месяцы они сформулируют общее отношение западных стран к режиму Талибана в Афганистане. И здесь будет синхронная оппозиция между Германией, Соединенными Штатами Америки и Францией. Я в этом убежден, кто бы ни был лидером в Германии, все равно эта позиция будет синхронизирована с позицией Штатов. Что касается России и Китая, здесь, конечно, ситуация сложнее, потому что в России и в Китае, естественно, собственной точки зрения, и зная агрессивную милитаристскую политику России, зная, собственно, особенности авторитарного режима господина Путина, можно все что угодно от России ожидать, и вплоть до того, что Россия, в отличие от позиции 20-летней давности, когда она выступала синхронно с Соединенными Штатами Америки, захочет гнуть какую-то свою линию и искусственно разжигать конфликт в этом регионе. Как вы считаете, чи можно верить талибам? Хотя бы одному его, их слову. Вы знаете, вообще людям верить не стоит, необходимо смотреть на поступки. Поэтому я думаю, что необходимо смотреть на поступки талибов, как они будут себя вести, потому что риторика — это одно. А когда люди приходят к власти, они, естественно, уже, ну, себя ведут по-другому, да? как только они входят в властные офисы. Поэтому давайте дождемся конкретных шагов. И пока мы просто можем говорить о том, что талибы на сегодняшний день — это действительно самая мощная группировка в Афганистане. И они действительно взяли власть, а какую политику они будут проводить, покажут в ближайшие дни и месяцы. Пане Михайло, дуже вам вдячна за відповіді. Дякую, що спасибо доєдналися большое до нашого ефіру. Дякую вам за ваш фаховий коментар. Це був Михайло Касин, політолог. Спілкувались про те, що Талібан, що захопив владу в Афганістані 7 вересня, оголосив склад свого уряду. Також Сполучені Штати заявили про свою стурбованість після того, як таліби оголосили про новий склад уряду Афганістану, в якому фігурують представники фундаменталістської влади 90-х років та учасники багаторічної війни проти очолювання
Південної США коаліції. Коментар. Ми відзначаємо, що оголошений список імен складається виключно з осіб, які є членами Талібану або їхніми близькими однодумцями. Також у списку немає жінок. Ми стурбовані зв'язками та послужним списком окремих осіб. Ми розуміємо, що Талібан представив це як тимчасовий кабінет. Однако ми не судитимемо про Талібан за його діями, а за словами. Йдеться у заяві Державного департаменту, усі призначені члени уряду належать до талібів і мають релігійне походження. Майже всі зайняті етнічними пуштунами, які складають приблизно 40% населення Афганістану.